Привет, друзья! Ну вот, наконец-таки настал новый разбор на укулеле номер 2! И сегодня мы будем разбирать песенку «Елочка», как она играется. Для начала мы ставим любой палец, который у вас есть на руке, на 10-й лад первой струны. И играем верхнее, и два раза, и еще раз. Вот. Повторяем его два раза. Затем идет часть, опять же вот этот палец, 10-е, 10-е, 8-е, 7-е, 5-е. И третий лад. То есть, что у нас получается? Следующая часть у нас идет вот так вот. Опять ставим на 10-й один раз. 12-й два раза играем. Опять возвращаемся на 10-й лад. И на 8-й лад два раза. То есть, потом опять возвращаемся на 10-й и продолжаем, как было во второй части. То есть, что у нас должно получиться? Вот и все. Если тебе понравилось это видео, то скорее ставь лайк и подписывайся на канал. Пока!